питання зашифроване. Бойцы попросили сделать сетки, потому что уже испортились старые сетки, нужно плести новые. Люди приходят, помогают, очень много людей приходят, помогают. Сетка плетется примерно 3-3,5 дня. Очень много детей, которые радуют нас, и радуют наших родителей, наших жителей Луцка. Приходят, помогают. Сетки нужно, много сеток нужно. Почему мы пришли помогать? Потому что это то, мало что мы можем сделать, чтобы хоть как-то помочь изменить ситуацию в стране. Ну, потом я думаю, что это вообще здорово. Тут столько людей узнаешь новых, и город становится родным. А так, если бы не все эти добровольцы, волонтеры, мы бы, наверное, не знали никого. Коли почали класти сітку, до нас почали всі звертатися з одного боку з пропозиціями теж плести, от, тому що всі установи зацікавилися, розуміють, що вони теж таке можуть робити, а з іншого боку почали звертатися хлопці, яким то треба. Нам уже телефонували з Києва, от, просять для 93-ї, і до нас зверталися із Коваля, і просять для наших ковальських хлопців, які воюють в Дубові. От, теж вони кажуть, їм нам треба кілька танків заховати. Проснеться матінко моя, буде питать, де була я.